Всем привет! Вы смотрите канал Ананас Ленд. Только самые актуальные новости из мира шоу-бизнеса. Певец Ян Осин в интервью изданию «Царьград» поддержал предстоящие изменения в составе участников на фестивале «Песня года». На концерт не будут приглашены артисты, которые выступили с критикой спецоперации российских вооруженных сил в Донбассе. Осин уверен, что «Песне года» нужны новые таланты. Они реально были против наших действий, против действий нашей страны, то есть против нашего народа. Совершенно несправедливо было бы, если бы они там присутствовали, считает артист. Ранее писатель Захар Прилепин предложил пригласить на «Песню года» русских мужиков с гитарами. Среди возможных участников он назвал Павла Кашина, Сергея Галанина, Дмитрия Ревякина. А что вы думаете по этому поводу? Напишите в комментариях. С вами был канал Ананас Ленд. Подписывайтесь, ставьте лайки и нажимайте на колокольчик. Ананас Ленд. Ананасовое настроение.